Глава государства предложил провести общереспубликанский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам. Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии. 5 июня в стране пройдет референдум. Это, безусловно, важный шаг для нашей страны в дальнейшей реализации конституционных реформ. В этой связи депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Мейрамбек Тулеберген встретился с коллективом областного государственного архива и рассказал о новых направлениях в развитии страны и призвал к активному участию в референдуме. Курултай нужно собирать, чтобы там искать пути решения различных вопросов населения и высказывать мнение. Ведь для нас самое главное – это доверие народа. Его нужно оправдать. А народу что нужно? Это рабочие места, благо цивилизации, как газ, вода, электроэнергия. И, конечно же, спокойствие и благополучие в стране. Референдум – это важный шаг.